На обед я буду готовить ботвинник. Ботвинник готовится из ботвы, свеклы, не плода свеклы. Я ее прореживала, поэтому самую мелкую повыдергивала, чтобы можно было получить хороший урожай. Хорошую ботву выбрала, плохую все выбросила. Лук порезала, морковку подтерла. Ботву сейчас буду резать. Режется полностью вместе со стеблем, с листвой. Все идет в дело. Теперь нарежу свеколку. Все порезала. Здесь все сразу буду сварить. Лучок с укропчиком отдельно брошу в конце вместе с чесночком. Картошка порезана, добавляю ее. Добавила все, картошечку, зелень. Сейчас чесночок почищу и укропчик нарежу. И как только будет все готово, можно будет кушать. Добавлю листики кресс-салата и семена кресс-салата. Травка такая. Ну и лаврушечку. Мой ботвинник готов. Я могу его выключать. Пусть доходит. Я уже всю зелень добавила, а сверху в тарелочку каждый может себе сам, если есть желание, и поперчить, и посолить.